Всем привет! Четвертый выпуск видеоблога о постройке самодельного снегохода. Первый снег уже близко, и работа у нас кипит. Основная работа ведется по раме, а именно по подгонке крепление рычагов передней подвески. Кстати, о самих рычагах. Они у нас фактически готовы. Нижний рычаг изготовлен из водопроводной трубы. Верхний рычаг изготовлен из тонкостенной трубы, так как на него приходится меньшая нагрузка. Шаровые опоры мы используем от стоек стабилизатора легковых автомобилей. Амортизатор установлен жигулевский классический. Пружины на этот раз заказные. Они мягче ураловских пружин, которые мы устанавливали на снегоход Вепрь. Кстати, в данных рычагах мы используем самодельные сайлентблоки. Если вам интересно, мы расскажем о них в следующем выпуске. На раму уже установлен приводной вал гусеницы. Особое внимание самодельщикам стоит уделить установке данного вала. Он должен быть строго перпендикулярен оси рамы и не иметь никаких перекосов. В противном случае есть риск испортить гусеницу во время эксплуатации. В комментариях к первому выпуску нам подсказали то, что у данной модификации двигателя, у 17-сильного, есть проблема. Проблема заключается в том, что слишком слабые крепления глушителя. И данное крепление попросту отрывает. Что мы сделали? Мы усилили это крепление и добавили еще одно. Теперь глушитель у нас закреплен в трех точках. Я считаю, эта проблема должна уйти. Также можно обратить внимание, что мы приварили отвод из нержавейки. Перейдем к тележке. Она уже фактически готова. Не хватает только переднего амортизатора с пружиной. Склизы укорочены под размер и установлен натяжной вал гусеницы. На заднем телескопическом рычаге у нас установлена пружина от мотоцикла «Урал». Амортизатор классический, от «Жигулей», но для правильной его работы его пришлось укоротить. На переднем рычаге будет установлена заказная пружина, она мягче. В следующем выпуске мы постараемся установить тележку на раму и натянуть гусеницу. На этом на сегодня все. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!